самом начале было очень мало известно об этом виде рукоделия, и я пыталась найти какую-то информацию в интернете, но все-таки это больше мой личный опыт, потому что специально я этому нигде не училась. Самым сложным и любимым для меня этапом работы является работа непосредственно над головой, над мимикой, над характером, потому что это очень важно. Игрушка должна нести эмоцию, иначе она будет просто неинтересна. Вдохновение приходит от всего, что меня окружает. Могу увидеть какую-то забавную иллюстрацию в книге или журнале. Могу на улице встретить симпатичную собачку, и мне захочется ее сделать.